те люди, которые занимаются только искусством, они говорят, а, ты же занимаешься политикой. А те люди, которые занимаются политикой, такой серьезный, говорят, да это же все ерунда. Это... В этом году ну, самая известная и акция новосибирская, которой я имею отношение, и за которой было и уголовное дело тоже заведено, это первомайская монстрация. Это как бы демонстрация, но она немножко другая. Это художественный жест, который рассматривается тоже как политический, потому что если люди выходят вместе на улицу еще 1 мая, это как бы это сразу 100% политика. Что бы они там ни говорили, каких бы они бессмысленных заявлений ни делали. Оно очень разное, это поколение. То есть есть люди, которые очень активно включаются и действуют последовательно, есть те, кто приходит и уходит. Вот те монстрации, которые были только таким новосибирским событием, в следующем году прошли порядка 15 городов еще. Вот, и это все как снежный ком такой, как лавина идет. Очень абсурдно. Ну, сплошная монстрация. Это же отражение, да. Если мы ходим с абсурдными лозунгами, это же не на пустом месте появляется. Это появляется потому, что все вокруг точно так же абсурдно. Потому что у нас президент и премьер живут совершенно с абсурдными мыслями. И то, что они говорят, как правило, очень странно и непонятно.